В эфире новости, одобренные Ступинским Минздравом для зрителя. Пятимесячный Никита не хочет жениться. Он считает, что сначала нужно встать на ноги. Продолжаем поднимать планку. В Москве появилось движение оптимистов «Кеннеди ранен». Очень весело. Новости гравитации. Женщина прыгнула с балкона 16 этажа и приземлилась на балконе 15-го. Так сказать, попробовала. А на очереди юмор класса премиум. В Анастасии Стоцкой умерла хорошая певица. И это не первый случай смерти в теле Анастасии Стоцкой. Ну что ж, дорогой зритель, придется от вас выжать последние соки. Новость медицины. Серьезная врачебная ошибка. Невропатолог Пришвин написал слово «жизнь» через «ы». А новостей на сегодня больше нет.